сегодня день, когда я обязана смонтировать уже имеющееся видео, чтобы освободить память и снимать новые. Обещаю себе. Это красиво, есть тротуар, уже полуспеха. Оказалось, действительно йогурт плюс рис. И это вот каким-то образом рис и йогурт. И на самом деле вкусно. Ой, посмотрите. Как думаете, для мальчика сойдет? Мне, в принципе, кажется, если другая расцветка, то можно. Это очень круто, еще цена такая. Что очень дешевое такси, но теперь я понимаю, что я на это трачу очень много денег. Я решила пройти пешком в самую жару. По такой дороге. В принципе, это было очень интересно. Тут есть такие хорошо спрятанные места, кафе. И мне кажется, что они очень вкусные. И они, в принципе, такие красивые, какие-то оазисы. Сюда. Многие спрашивали, русский ресторан, вот пельмени клаб, русский шашлык. Заброшенные.
давать-то. Это гараж, на крыше которого теннисный корт. Тут играют с 6 утра. Тут ключ нужен, который я вытащила не заранее. Уш! Давайте-ка! Здесь... лифт! Тоже придется ждать. Прошла пешком. В принципе, сегодня я находилась 7 километров, или даже больше. Не так, чтобы мало, но я устала в самую жару. Попасть можно только на свой этаж, естественно. Мы живем на 28-м. Поэтому я пойду...